слышно. А лог в инсте вроде говорит, клинит. На ИП за приход, да, получается? А сколько за приход дает плач дана? Есть правила замен, все, нет повторения прихода. Все еще нет, он задумал. Что там, мы десятки пойдем, да, я так понял? Пятка стоит, мы внутри. ШП где? Ну, пятая пати уже вся в инсте. Вместо него он имеет в виду. Он не хочет идти по обычкам, а хочет пойти потанчить гером, чтобы ты вместо него взял кого-то на обычки на замену, чтобы он танчил. Опять же, вместо него.
Ну, в 7-инсте. 1-5 пати в 7-инсте. Шаманов по пати раскидай, пожалуйста. Дай Твини патиш, просим. Здорово, во, Войд, это Шведер. Как его? Дай копать. Войд, дай пати на мидвей. Да берите Шреда быстрее, определитесь. Да, я иду вместо него. Да, конечно. Че, что, сколько они собрали народ, да? Не можешь, да? Лимон это как лимон, бухал. Без мата. Бухал, и ты же Лимон сказал, что я тебе бухаю, чтоб не заходил. Слышит он. Соберите вверх. Я только спекнулся в ДД, конечно, сейчас погоди. Прикольно. Это моб, не бойся, убейте мобы, бойся. Извините, ребята, я просто хавал и случайно забежал сюда. А там не получается, никто не давал.
стой, подожди. Все, уже пусть бежит. Мне что кидать? Ничего, да? Отлично. Да, я стаминку, конечно, не получил, но... Веточка тебе в канале Рейда пишет. Стойте у задней лапы. Улетает дракон. Фрейми не стойте, алё. Трусики встаньте. Точно не улетит. Алло, он достал, подумал. Бьёте, нет уже. Да. Слышишь, мы, короче, тогда пока десятки закроем. Давай. Со Славиком соберем, с гильдой возьмем там, кого надо. Мелкий трэш пошёл. РДД сливайте его. Иди оттуда, Хазару. Дыхание по реке. Сорок 43% там.
Ну вот, ты бы лучше ко мне шамана поставил, конечно. На один фер у тебя сейчас будет иммунитет, и кинул. Клейф? Клейф от фира. Вот ты сейчас как дыхнет. Да, тут такой фарт. Поэтому лучше тупо стоять подальше от дракона. Уже давал на втором фере. Да, нормально. Юсаку. Не, будет влиять в любом случае, но не так сильно. Да. Фир просто тупо фалавит, побежать его. Че, Гапай, за что? Тут ничего не дается. Смотри, какие латы на танк. Не знаю. Да. Чочек и сумку еще не протыкали. О, хан ДБЦ. Че, кстати, в мешочке линкани? Да, это величественный серпон, это фигня. А, главное, с магика сумочку там на маги. А ее же вроде ОГБ забирать, насколько я знаю. Да, да. Пачки надо уйти. Чем могу помочь? Кто квесты в первый раз делал? Давайте заранее на них. Че, кто там дёпнулся? Нет. Пачка.
Птицы. Голуби. Да, конечно. Так, ну что, у нас один слот еще, вон Твинси есть. А, в смысле пойдет? Нет, она на замене сидит. Юля, ты тут? Сейчас найдем. Че, одного в ДД спека и нормально. Сейчас она подойдет. Вон двое, вторая группа. А я лучше по ДДшу. Я не хочу танковать. Дайте послакать. Здравствуйте, ребята. Привет. Нет. По-моему, нет. Че? Так а чё там? Ты Мирот? Этот? Сала... А, хил? Кто там из хилов? Кукулин хил? Или Кукулин ДД. Смотри, хилов Честер, Юля, я и Вудшейпер на шамане. А, все что ли? Ну и нормально, чё? Стоп, подождите, а Толмирот тоже ж в хиле или нет? У нас хилов тогда вообще капец. Я в ДД тогда пошёл. Да. В чем проблема? Сбегайся. Ну, так это ж не Гера. Упадет, и этот, слышишь, Войт, упадет у него ИП много. ИПшечку можно начислять. Так а мне там с какого перепуга? Хилыш не захилили? Тут же вроде три хила за глаза, или нет? Сказал. ДД банку. Дайте кулак, пошел. Да, он шепотом разговаривает, алло. По-моему. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Ладно, включите две недостающие ауры, но все равно 7 человек. Какого аура коня? Дайте мне его. Коня? На пул на ветку. Ладно, давай. Честер, с тебя пиво, бегом под босса.
кладина, что он не уйдет. Ханта, бери, бери, бери. Забери, забери, он меня бьет. Зеленые люди. Да. Погоди, Войт. Кто сдохнет сейчас, тот получит ГПшечку. Бывают такие. Что такое было? Что за прикол, Рой? Да. Ты рывок в него, что ли, дал сразу? О, слушай, прикольно. Ну, бывает, он бахает. Ну, так делаю всегда. Ты не ожидал, понял. Тут обычно он таранит, тут в него влетает. Боешку на базу. Привет. Привет, это попкорн, только нитки. Мать, лут быстрее. Где Джозеф?
Джозеф, где он лут не прожимает? Быстрее жмите кнопки там. Сфера, трофей, пояс, ничего не разрулили. О. На базу. Плащик. Какой плащик? Боешечком. Он боешь разве? Да. Давай. У него ребенок спит. Фигню такую сделаем, что кто первый по ДПС на боссе плюс 5 ИП. Просто так. Для угара. Какое себе. Да ну. Тут вообще маги первые будут. И кто по хилу первый? Нет. Плащок. На базу. Оперативней. Не трофей, а плащ. Маги Павлы может скинуть таблом глыбы. Регионами. Не забирай меня, госпожу Веточка. Я ману, по-твоему, как видение. И бот лучше. Все равно его лоб кинул в это, выглядит еще норм. Ну, боешка улетела. В смысле? Куда? Потому что Рога ее отделал. Дори, ты не первый раз в инсте. Подлые собаки Альянса. Вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды? Когда ему просто дай за него, да и все. Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с латынским отродьем. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите... Иду уже в танк. Награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались... У нас элемент в офе. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь. Перезашел, вот появился. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду! Да я хреново намажу. У меня хреновый шмот, я нормально должен намажить. Это у меня реально шмот нету сета. Он вылетел на боссе.
Кого убьем? Ну чё, мой, чё? Чучел, Вилану вихрь! О, не вовремя достанет. Нет. Убили. Ребят, пожалуйста, диспельте скилл. Хилки далее. Почти убили. В жабе. Сначала может сеть под Герой, если хила буруст и все, потом мах вообще бесполезно. Все трое. Толтандыка.
Опа. Пинка на танка. Кто еще, кроме короля лича, выиграет от подобной глупости? Пали великий воин. Да, вообще прибись. Лео, убери тотем, спасибо. Тамирот, исцеление. Зачем ты не идешь тринику? Такой вопрос у меня. Кто тут диспелил, а? Тамирот, Эрдул, ты хилишь. Зачем ты не идешь тринику на танк? Объясни, пожалуйста. Танк? Светочка. А КП же она, вы чё, по приору? Тринька, да, вроде по приору. Тренер по ДП. Вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются. Так дымочку, веточка, отдай. Что, я выиграл? Ты по приору выше. Давай. Дайте рыбу, дайте. Спасибо. Лимон, когда отдадут, скажешь? Отдали. Можешь начислять. Пока день. Спасибо. Лет. Секунду, погоди. Да. Веточка возьми белую. Все, я готов. Вообще фуловый умер сразу. Там две сферы, блядь. Не как мака, а мака-то так и сдох. Потому что 2 секунды не переагрили. Да, ну бывает. А я не знаю. Но у меня не было срыва. Неплохая. Неподходящая цель. Чем могу быть полезен? Ты все еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов. Мумик, там написано, становится персонально при получении. Если при получении, это не бое. Бое только при надевании.
Да ну ты издеваешься. Там по два рука вроде. Ой, ладно. Да. Да. Да не убьют. Чё, я на боссе? Ой, я на танковать? Мы вместе нанесем удар по цитадели хорошо. Короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы... Да ну, они тут не сле... они не убьют. Лимон, можешь сразу двоих вести под босса и все. Да. Пока не дойдут, как его, поставим. Давай, давай. Я, мы обычно так и делали, не знаю почему здесь так, давайте так попробуем. Они просто тут, когда рядом стоят, повышают себе урон. То есть, если два стоят, они дамажат на 100% больше. То есть, хоста у них увеличивается и дамаг. Да, станы раздаются и все, их снесут очень быстро. ДПС хорош. Это ИВК, там 4 моба. Сам ИВК вообще ходим на гильдии. Пока не ходили. Не ходим. Хочу, пойдем. А зачем? В смысле? А зачем за топовыми тринкетами? Топовые тринки. Мне казалось, топовые тринки это РС надо ходить. А сколько РС завтра? Ну, тоже где-то там. Если в 6-7, я думаю, сбор делать. Можно РС сегодня провести после геров. Геры закончатся очень быстро. Сегодня РС. ИВК уже можете завтра собрать. Роме. Я под босса привел, не останутся. Агро, веточка. Не включено у нее. Не включено. Дочка, приводи жопу, включи правильный низ. Давай. Дайте лим на ману. Точнее, встаньте. Точнее, встаньте, чтобы жуки не съели вас.
Дайте каску, помогу и друид. Дайте гимн. Карту нельзя будет раздать два человека. Он, походу, один закопался. Совея, карту на совее. Убил меня. Здесь, не-не-не, здесь вообще, здесь и топовые этой гильдии не всегда убивают, нам бы хоть до нуба. Добро пожаловать на испытание крестоносцев. К соревнованиям будут допущены лишь самые сильные бойцы всего Азерота. Дробяшка на РДД, классно. Совы пристых. Что, еще райска будет? Да, сегодня будет магик, потом груль, потом РС. Да сейчас, блин, за два дня закроем все инсты, да, все выходные, пожалуйста, гер, шашлыки и бухать. После груль маги гер, да? Целка. Что, мы в выходные целка десятки будем будет ходить или нет? Шашлыки и алкоголь. Не, я не знаю, в пятницу бухать буду, я не хочу, давай в субботу вот. Куда летим, я забыл, Руль. В субботу в 3 часа дня.